10 возможных террористов задержали во Франции и Швеции в ходе антитеррористических рейдов. По данным полиции, все они готовили нападение в Ницце. Мужчинам от 16 до 65 лет. Подготовку к теракту они обсуждали в сети Telegram. За задержанными следили службы безопасности, поскольку знали об их радикальных взглядах. 9 человек арестовали в окрестностях Парижа и Прованси и еще одного в Швеции.